Как же не хочется прощаться с этим прекрасным героем Паддингтоном, этим мишкой беззаботным, наивным и очень-очень добрым. Трилогия, завершение. Но, возможно, когда-нибудь мы увидим этого чудесного и доброго медвежонка в других приключениях. А может быть, в видеоиграх. Это приключение Паддингтона 3 2024 года. Европа по чуть-чуть начинает собираться, подготавливаться к Новому году. Да и мы тоже. Ведь на носу почти декабрь. Уже, да. Приходит время готовить сюрпризы. И, собственно говоря, такие фильмы уже по чуть-чуть начинают выходить в кинотеатрах. Третья часть. Я все части с удовольствием посмотрел. Они есть на канале. Это Great Review. Приключения Паддингтона 3. Год 2. 24-й, конечно же. И режиссер Даган Уилсон. У этого дядьки, к сожалению, нету фильмов, но у него есть неплохие клипы. Да, он по клипакам очень хорошо продвинулся. Премьера 8 ноября 2024 в Великобритании, 28 ноября 2024 только в России. Сбор всего 25, сейчас насчитывают 25 лямов. Место съемок даже Перу, ну а где же еще? Паддингтон из семейства Браунов отправляется на родину медвежонка. В дремучий Перу. Да, он оттуда, не забывайте. Однако на месте оказывается, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие. Теперь вся семья опускается в захватывающие приключения вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии. И это приключение, поверьте, вам очень сильно понравится. Всем, кто любит такие добрые семейные фильмы, обязательно к просмотру. Ведь это настроение, это заряд бодрости и вера во что-то хорошее. Паддингтон 3. Не будем прощаться с медвежонком. Все возможно. Может быть, он еще когда-нибудь вернется. Ну, с вас лайки, подписки на канал Игры Ревью в Яндекс.Зен, помощь автору очень признательны. Также у нас есть веб-кошельки. На карточку можете перечислить любую денежку, будем очень признательны. Мы отправляемся в Перу вместе с Паддингтоном. Welcome back!